Здравствуйте, друзья. Вы знаете, что очень много есть всякого иммиграционного развода, кидалова, проходимцев сколько хочешь. И так как-то, знаете, я далек был от того, чтобы меня куда-то пытались вовлечь. Но тут настойчиво несколько раз мне приходит, значит, сообщение. Вот вы видите, тут какие-то люди, я их не знаю. Вот, значит, я думаю, и когда я почитал, я подумал, надо рассказать нашим зрителям, что появились новые охотники на лоха. Вот, и вот как бы давайте мы поговорим так, значит, видите, да, трудоустройство и иммиграция. Это самое время сейчас, вы знаете, да, сейчас такой сезон вообще открытый, только вот прям эмигрируй и трудоустраивайся. Ну, хорошо, а и что там? Здравствуйте, говорят они. Мы говорим, здравствуйте. Приглашаю вас на видеовстречу «Работа в США. Актуальные вакансии». Актуальные, прям вот завтра выходи. Которая будет проходить там где-то. На встрече вы познакомитесь с актуальными вакансиями от американских работодателей в сфере строительства, электро- и автоинженерии, стоматологии. Друзья, представляете, не хватает стоматологов. Не хватает электро- и автоинженеров. Сейчас вот их вот актуально так, значит, привезут в строительстве. Ну, там, знаете, тачку возить вот тоже не хватает много. Прямо сейчас под рабочую визу. Получите исчерпывающую информацию о процессе подачи резюме. Действительно, непросто. И прохождение собеседования. Об условиях оформления и заключения контракта. Хотелось бы понять, с кем контракт. Наверное, с ними, вот с этими, да, которые вам помогать будут. Деньги вперед. Основное о рабочей визе H1B. То есть это для тех людей, кто вообще ни ухом, ни рылом, без понятия кого, проще, так сказать, на бабки развести. Мы расскажем о порядке пребывания в США. Действительно, а то, знаешь, так, что-то не то сделаешь там, допустим. О возможности получения грин-карты США. Вот действительно, такая информация, вот, ну, никто не знает, вот сейчас вам. А еще вы узнаете, как получить работу с минимальным знанием английского языка. Это вот интересное такое, с минимальным знанием английского языка, актуальные позиции. Как увеличить шансы получения работы в США? Так. О преимуществах, когда работодатель – агентство по персоналу. Ну, то есть, грубо говоря, через там кого-то, да, кто-то вот за вас все сделает, а вы только бабки платите. Ну, или платите, а там уже, знаете, может и не сделают. Готовьте ваши вопросы, действительно. Это именно тот момент для получения квалифицированного ответа. Так, напоминаем, вот тоже очень интересно. Контракт на работу в США подразумевает получение квоты и рабочие визы H1B. Актуальные такие, да, позиции, то есть до апреля надо подождать, чтобы подать, а потом, значит, с 1 октября, если все очень удачно будет, с 1 октября 2002 года, значит, вот эта актуальная позиция вас подождет, и вы, значит, въедете с минимальным знанием английского языка. Вы помните, да? Значит, срок действия визы 3 года, до 3 лет, с возможностью продления до 6. Самый пик вообще, так сказать, информации вот тут. При получении визы H1B члены семьи соискателя получают визу H4. До этого момента все честно. Ну действительно, у него H1B, у них H4. Но дальше... дающую право проживания, что правда, и вот тут интересно, и получение разрешения на работу в США. Оказывается, люди, которые тут по H4, члены семьи, могут получить разрешение на работу. Хрена себе, да? Значит, в период действия контракта возможно оформление рабочего сертификата. Это, видимо, лейбор-сертификат, да, для подачи на грин-карт. Ну, вообще, виза H1B, вы знаете, с нее можно... Работодатель может подать вас там на грин-карту, но так как-то вот такое странное. Не пропустите, вот самое главное, не пропустите и готовьте бабки, потому что вас сейчас вынесут на всю сумму, и как бы, казалось бы, вот это вот иммиграционные проходимцы, уже и в тюрьме там некоторые сидят, и уже на бабки развели тысячи людей. И все равно, наверное, находятся новые, я не знаю, может быть не находятся, может быть, это вот только тут они у нас, откуда они у нас тут, вот они у нас тут, откуда это, Sugar Hill, штат Джорджия, во, пожалуйста, из штата Джорджия, вот они тут у вас там звонки по России, звонки по США, там и так далее. В общем, друзья,
Вот такое очередное кидалово. Называется это кидалово Custom U, да? Вот оно тут, да? Судя. Ну да, вот у них тут это email тут. Custom U US. В общем, друзья, если встретите Custom U, значит, соответственно, ну, вы все поняли. Счастливо!